еще немного из города. Вчера вот снимали люди, было вот это вот все потоплено до самой ограды, до дороги. И у нас как-то, ну, это был потоп, да, поднятие моря экстремальное. А когда был шторм очень сильный, у нас сюда прям это, ну, сюда на берег корабли выносило и лодки. Смотрю, притащили горы камня, но в принципе это для того, чтобы, как здесь говорят, докармливать пляж, потому что его вымывает, уносит камни, размывает, и его постоянно засыпают дополнительно. Хотя, в принципе, очень часто разборки бывают, потому что, засыпая вот таким камнем, они перекрывают приятный мелкий натуральный песок с пляжа и привозят, ну, здесь еще более-менее камни, да, видно, ну, нормально, а где-то привозят землю, непонятные какие-то куски стройматериала, в общем, всякую дрянь, сваливают, уж сколько годами разборки ведутся с городом, столько было уже заявлений, столько комиссий, инспекций, и толку никакого. У нас вообще в городе собираются проводить две такие значительные стройки. Это перед отелем Мирамара, все-таки проекты подписали. Это будет наружный, так сказать, бассейн, потому что сам отель имеет внутренний. Там будет перекрывать достаточно большую площадь возле, ну, возле отеля. В общем, берег будет увеличивать. На этот пятачок новый будут монтировать пляж. Ну, как монтировать? Опускать, да, ниже уровнем. И уже облагораживать вокруг. В принципе, запрета на проход для людей, для туристов не должно быть. У нас также открыли наружные бассейны, как здесь говорят, в отеле Аморика. Но мне абсолютно не нравится. И очень многие говорят, почему хотя бы немного не открыли, не сделали какое-то универсальное что-то. 21 век, все выглядит как будто, ну, мягко говоря, потратили мало. Так скажем, технологически очень плохо, визуально и со стороны дизайнера это, конечно, тоже, ну, не очень хорошо. Я не знаю, некоторые говорят, ой, как классно, как замечательно. Я там очень много минусов увидела. Кстати, ну, поскольку я и учила немного дизайн, и хоть немного соображает в этих технических некоторых вещах. Также я говорила, что будут проблемы и с фонтанами в центре, и с клумбами. Так оно и получилось, и там были разборки. Так что вот делают иногда все ради, чтобы сделать, чтобы было. А как оно там будет дальше, неважно. Еще у нас хотят делать, вернее, переделывать, как здесь говорят, как бы это вам перевести, специальный бассейн. Там будет... Там должно быть увеличение трибун, более удобное место для пловцов и для соревнований и разные детали. Но уже сейчас говорят, что проекты, которые предоставляли, тоже были очень плохими именно из-за течения, из-за подъема воды и так далее. Причем, чтобы там вода не заставилась, чтобы там потом жабы-лягушки не плодились и вообще многие-многие нюансы. Здесь, кстати, тоже море поднялось, видите, как выбрасывала на несколько метров, подымала камни. И еще у нас, это люди возмущаются, делают новый пляж. Его я давно в ту сторону не ходила. Это выход из Триквеницы в сторону Драмля. Очень многие, кстати, знают то место. И, ну, по идее, как бы плюс для той местности, у людей будет место, где они будут загорать, вот так вот отдыхать на более приятной, так сказать, территории, не просто спуск резкий и глубокое море. Но это все, опять же, портит, как это сказать, флору-фауну, да, наверное, так можно выразиться. Дна морского меняет корыто, русло моря, да. Вот, ну, вы понимаете, о чем я говорю. Это было бы незначительно, если было одно изменение. Они происходят очень часто, ну, фактически регулярно. И вот эти перекапывания, досыпания,
ограждение и прочее, прочее, оно, естественно, ну, не способствует тому, чтобы природа как-то там жила, в своем ритме развивалась. И часто, наоборот, где больше туристов, где больше содержания, мусора, крема, прочего, это и, соответственно, и убивает, убивает природу. Так, там у нас пляж для собак. Он, кстати, такой, знаете, симпатичненький. Летом его каждый раз очень украшают интересно, в новом каком-то стиле. А зимой все, новогодней атмосфере, по-моему, даже с музыкой. По-моему, раз... Да, по-моему, даже там через раз по вечерам на саксофоне мужик какой-то играл в прошлом году. Лампочки, атмосфера. И я знаю, что очень многие сюда приходили вечером отдыхать. Так, ну вот осталось от лета цветочки, фигочки там дальше. Идет качеля. Я ее в своих роликах уже снимала, показывала много раз. И вот это все будет... Все будет облагораживаться, так сказать, уже к новогодним праздникам. Летом здесь всегда движуха, всегда много людей, работает бар специальный. Да, а ну пойду прогуляюсь сюда до конца и потом уже быстренько до центра города. В принципе, я уже в Церквенец пришла.